Добрый день, меня зовут Евгения Берникова, преподаватель хатха-йоги на канале «Видкрытый» программа «Hello Body». Сегодня у нас будет такой утренний комплекс, очень благоприятно выполнять утром. Это зарядит вас на целый день энергией и позитивом. Прикрываем глаза, отстраиваем положение, плечи опущены, макушка тянется вверх. И на вдохе через стороны поднимаем руки вверх, встаем на носочки. И на выдохе медленно опускаем. Затем еще раз вдох, потянемся вверх. И выдох. И еще раз глубокий вдох. Руками потянемся вверх. И опускаем пяточки. Делаем кистевой замок. Замочком потянемся вверх. Плечи опущены. Руки уводим за уши. И захватываем запястье правой руки. Правая нога накрест. И уходим в наклон. Взгляд из-под правого плеча вверх. Все тело в одной плоскости. Правая рука прикрывает правое ухо. На вдохе возвращаемся, замочком тянемся вверх. И на выдохе захватываем левое запястье, левая нога накрест. И на выдохе уходим наклон вправо. Взгляд из-под левого плеча вверх. Левая рука прикрывает левое ухо. Дыхание глубокое. И на вдохе возвращаемся, замочком тянемся вверх. Таз подкручен немного вперед. И на выдохе уводим руки под поясницу. Пальчики направлены вверх. Опускаем плечи. Ягодицы подтянуты в тонусе. И на выдохе делаем прогиб. Таз у нас уходит вперед. Стараемся соединить плечи, лопатки, локти. Болевых ощущений в пояснице не должно быть. Прогиб осуществляется за счет грудного отдела. И на вдохе медленно возвращаемся. Руки уходят к основаниям бедер. Выпрямляем спину. От копчика до макушки ровная линия. Отталкиваемся от бедер. Макушка тянется вперед. И затем делаем локтевой замочек. И свисаем. Копчик тянется вверх, макушка тянется к коврику. Дыхание глубокое. Стараемся расслабить заднюю поверхность ног. И на вдохе пальчиками рук потянемся вперед, копчиком назад. От копчика до макушки ровная линия. И на выдохе захватываем лодыжки и стараемся уйти глубже в наклон. Ноги могут быть присогнуты. И затем все вместе присгибаем ноги и медленно приподнимаемся. А вдох-выдох, отстраиваем положение и складываем намасте у центра груди. Выполнен комплекс Сурья Намаскар, приветствие солнцу. Очень благоприятно его делать утром. Возможно, на рассвете, и вы почувствуете, насколько энергично пройдет вас этот день. На вдохе делаем прогиб, таз уходит вперед. На выдохе наклон. Левая нога отшагивает назад. Угол в правой ноги 90 градусов. Таз тянется к коврику. Пяточка левой ноги тянется назад. На выдохе выходим собаку головой вниз. Копчик тянется вверх, живот тянется к бедрам. Центром ладони отталкиваемся от коврика. Затем колени, грудь, подбородок, аштанга намаскар. Грудь опускается на одном уровне с ладонями. Локти сгибаются назад. Вдох, собака головой вверх. Плечи опущены, макушка тянется вверх. Колени на весу. На выдохе выходим в положение собака головой вниз. Копчик тянется вверх, живот тянется к бедрам. Затем левая отшагивает вперед. Положение бегун. Пяточка правой ноги тянется назад. Угол в левой ноге 90 градусов. Таз тянется вниз. Спина ровная. Подшагиваем правой ногой наклон. Вдох. Прогиб. Выдох. Намасте. Вдох, прогиб, выдох, наклон,
вправо отшагивает назад бегун, угол в левой ноге 90 градусов, пяточка правой ноги тянется назад, таз стараемся опустить ниже, на выдохе собака головой вниз, копчик тянется вверх, живот тянется к бедрам. На выдохе колени, грудь, подбородок, каштанка, намаскар, задержка дыхания. А вдох, собака головой вверх, плечи опущены, макушка тянется вверх. Выдох, собака головой вниз, отстраиваем положение. А вдох, правая отшагивает вперед, бегун. Угол в правой ноге 90 градусов, пяточка левой ноги тянется назад. Подшаг левой ногой, наклон, вдох. Прогиб, выдох, намасте. И на вдохе левая нога отшагивает назад. Левая стопа у нас под 45 градусов. Угол в правой ноге 90 градусов, либо тупой. Таз у нас повернут вперед. Рабхадрасана номер один, поза воина. На вдохе поднимаем руки вверх. Плечи опущены. Руки стараемся уводить за уши. Коленная чашечка левой ноги подтянута. Ногами расталкиваем коврик в разные стороны. Затем на выдохе разворачиваемся влево. Левая стопа у нас параллельно боковому краю коврика. Правая нога смотрит вперед. Туда, куда смотрит колено. Руки сильные, растягивает нас в разные стороны, макушка тянется вверх. Рабхадрасана номер два, поза воина. Вариация вторая. На выдохе правая ладонь уходит правой стопе, левая рука тянется вверх, таз стараемся опустить ниже. Удхита Паршваконасана. На выдохе разворачиваемся вперед. Положение бегун. И затем левая подшагивает. Наклон. Вдох. Прогиб. Выдох. Намасте. Вдох. Выдох. И затем правая отшагивает назад. Правая стопа у нас под 45 градусов. Угол в левой ноге у нас 90 градусов, либо тупой. И на вдохе поднимаем руки вверх, плечи опущены. Рабхадрасана номер один. На выдохе разворачиваемся вправо. Правая стопа параллельно боковому краю коврика. Угол в левой ноге 90 градусов. Колено под пяточкой. И на выдохе левая ладонь уходит к левой стопе. Таз стараемся опустить ниже. Взгляд за правой рукой вверх. Стараемся раскрыть грудь. И левой ладонью отталкиваемся от коврика. Затем на выдохе разворачиваемся. Выходим в положение бегун. Затем правая нога подшагивает наклон. Уттанасана. И затем, присогнув колени, медленно приподнимаемся, глубокий вдох и выдох. Прикрываем глаза, восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох. Делаем энергичный вдох и энергичный выдох. Открываем глаза. Я вас благодарю за практику. Занимайтесь йогой, обязательно ваша жизнь начнет меняться к лучшему. С вами была Евгения Берникова и канал Виткрытый, программа Hello Body. Мы есть на YouTube, обязательно подписывайтесь.